Значит, смотрите, упражнение называется «Война». Мы сейчас будем воевать. Любая война начинается за что-то, например, за ресурсы. У вас есть ресурсы, вы с ним должны каждый себе построить укрепление и защиту. Это все ресурсы, которые есть, других нет. Это строительные материалы. Приступили. Детско-родительские отношения имеют для психического здоровья детей первостепенное значение. Коррекционное занятие строится таким образом, чтобы укрепить отношения между родителем и ребенком. В процессе занятия родитель становится более сенситивным к своим детям и научается относиться к ним безоценочно, с пониманием, создавая атмосферу принятия, в которой ребенок может чувствовать себя в достаточной безопасности. В задании «Пальчиковый поход» игрок с закрытыми глазами отправляется в поиск спрятанных предметов. Казалось бы, чего проще, однако. Вскоре разыгрывается нешуточная страсть. Поведение в пальчиковом походе наглядно демонстрирует манеру действовать в детско-родительских отношениях. Почти всегда родитель стремится перехватить инициативу, подсказать ребенку стратегию поиска. В обратной же ситуации мы видим, как ребенок помогает родителю и как родитель принимает помощь. Задача одного будет закрыть глаза и пальчиковым путешествием найти игрушку, угадать, что это такое. Задача второго – игрушку спрятать. Хорошо? Кто начнет делать? Ульяна, значит, закрываешь глаза. Игрушки расставляешь в пределах мамки, как тебе вот удобно. То есть, соответственно, игрушки за мамкой не должны быть. Все эмоции, планы и стратегии обсуждаются с участниками пальчикового похода после проведенного задания. Stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Следующее задание — «Война. Игра с песком». Помогает при исследовании действий во взаимоотношениях семьи. Задание. Построить крепость и защитников из имеющихся первоначально ресурсов и провести завоевание новой территории. Выигрывает тот, у кого остались целые защитники и или крепость. Причем выигрыш оценивают сами участники, аргументируя его. Стратегия игры каждого участника проецирует стратегию поведения их в конфликте между собой. Never mind, I'll find someone like you.